Доброе утро, дорогие мои! Как ваше настроение? Ну что, вчера я подняла ваше настроение? Вот точно так же мои внуки мне настроение подняли. Вчера очень много вопросов было, что за маска, откуда эта маска. Я сама не знаю, я сама это первый раз видела. Это подарила мой старший сын, моего внука Арману. А вчера, естественно, все внуки играют, и мне еще заставили бабушка одевать. Я одела, и все смеялись, подняла ваше настроение и себе настроение подняла. Так что хочу вам пожелать очень хороший, веселый день, чтобы всегда вас подняли такое настроение, как я у вас поднимаю настроение, чтобы всегда вы были такой веселый, как я со своими внуками. А еще есть у меня кадр, когда мой Арманчик получил от своего дяди подарок, сам себе делал обзор. Как это открывается, ну, во-первых, научила, мне было очень интересно, а этот кадр у меня есть. Дядя Гарик, обзор на масочку. Иди отсюда. Это открывать как обычно, ну, не так, как вот так. Вот так. И вот так. Еще у нас есть такой пультик. Он тоже делает, а это где-то тут закрыть. Ну, это по-другому закрывать так. Вот. А это по-другому. Вот эта кнопка. Вот так. И вот так. Все. И это менятель цветов. Вот. О! Еще я вам покажу, как на меня эта штука. О! Вот такая штука на мне. Вот так, блин. Вот так. Вот такая она. Вау. Мне просто она нравится. Еще вот так можно. Hello, Jarvis. Hello, Jarvis. Open the mask. Hello, Jarvis. Close the mask. Hello, Jarvis. Open the mask. Мне это нравится, просто нравится. Ну, некоторые попытки не получилось, но вот такая маска. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я сейчас покажу, когда она изнутри. Вот такая она. Вот такая она изнутри. Хочу пожелать вам хороший день, хорошее настроение. Пусть будет всегда улыбка на наше лице. А на грустно мы очень много пережили. А насчет грустно, еще сегодня такой день. У моего мужа как раз ровно 22 года, как его нету. Будем петь, раздавать, поминать. Всем, у кого есть потеря, пусть будет Царство Небесное, потому что ровно 22 года я моих детей вырастила без отец. Сегодня именно такой день. Как тяжело нам без тебя, усталые от слез глаза, хоть время и прошло, но оно совсем не лечит раны. Ты был опорой для меня, теперь и солнце без тебя не греет и не светит. Годы идут и сменяют друг друга календари. Жаль, не увидишь ты, как подрастают внуки твои. Если тебя позову, не услышишь в ответ тишина. Знал бы, как сердце мое к тебе рвется, ищет, ищет тебя. Дай Бог вам всем здоровья, счастья, улыбка так, чтобы мне было очень-очень приятно. Спасибо. А еще хочу вам сказать, вчера мне сделали сколько отметку света? 56 тысяч человек друг другу
отправили. Значит, очень хорошее видео, даже мне сказал Инстаграм, чтобы такого у вас видео не было 2 недели. Веселые, хорошие, люди были все рады, и мне очень приятно. Спасибо вам огромное за все хорошие слова. Уже сделала покупку, сейчас открою и все покажу, дорогие мои. Небольшой, но нормальный. Сделала такие небольшие покупки, смотрите, какие мясо. Правда, они крупненькие, но домашние. Сейчас пополам сегодня сделаю так. Вот такие у нас сегодня большие мясо. Света, близко покажи, какая шикарная. Сегодня вот такая у нас бедро, или как это называется, курение, бедрышки. И вот такие, всегда дети мои любят, печень. Будем делать шашлык, если у нас будет все интересно. Есть еще повар, вам все покажу. Свет, покажи колбасы наши, да? Вот, у меня на рынке, дорогие мои, есть колбасы вот такой шикарный, но она с сыром покрытие. Смотри, какая красивая. Лоры шикарно, смотрите, вот, отправила мне зять. Вы можете приобрести у меня в точке, есть шикарные, необыкновенные колбасы, бастурма, шикарный новый товар получила. Вы можете прямо обратить, прямо на верхней рынке. Стол у меня 61, 63, 62, вы подойдете, у меня зять там торгует мое все продукты свежие. И каждый день он мне тоже отправляет, потому что жарко. Так что можете обращаться. И также мы сегодня, если у нас получится, если я готовлю шашлыки, потом расскажу еще, какой повод у нас есть, дорогие мои. Если у меня все получится шикарно, конечно, вам покажу. А если нет, то семьей будем праздновать. Если есть возможность, конечно, делайте всегда такой шикарно натуральной покупкой и кормите своей семьей. Лучше семьи, лучше такого нигде ничего нету. Лучше семьи, лучше внуков. Я так считаю. Вот. Для меня, допустим, большое счастье, когда я делаю, что-то делаю, кормлю внукам, они кушают, радуют, танцуют, бегают во дворе, шум, амгам. Это мне нравится, это моя семья. На том свете мы и так тихо будем лежать, и никто нам дверь не стучит, даже окна не будет друг другу глянуть. Сейчас радуйтесь, живем. Спасибо Богу, есть такая возможность, и я очень рада, что около меня мои дети, семья, внуки, а я готовлю для них все с любовью, потому что это для меня счастье. Это для меня весна каждый день, цветет дерево для меня каждый день. Дай Бог вам точно так же, дорогие мои. А еще, дорогие мои, я только что посылка получила, но я вам показывать не буду. Скоро будет мероприятие, я одену и вам покажу. Потому что везде я обошла, 2-3 дня мы со Светой где бы не были, но такого платья, то, что я хотела на моего размера, мы не нашли. Опять я обратила мою Лауриту, она получила новый товар. Мне то, что нужно, я выбирала, и она мне отправила. Смотрите, как хорошо. Лаурита Джан, огромное спасибо, что ты всегда находишь на наш размер вечернее платье. Так что я оденю еще, ну не сегодня, скоро будет мероприятие, я одену и вам покажу.